приветище! Сегодня мы поиграем с тобой вот в такую вот замечательную игру. Название ты видишь у себя на экране. Перед тобой стою я, вот такой весь бородатый, в космическом костюме. Не, в этом, как его, в скафандре. Да, так что, чё, поехали? Понеслась? Red Unity Softworks представляет. Чё происходит? Модные титры в начале игры. Куда меня тащат, чуваки? От создателей Матрицы? Чё-то не слышал никаких вестей. Да, чё-то давно уже. Пора бы уже четвертую или третью часть выпустить. 22 награды есть у других игр. Поиски этого шрифта заняли половину времени разработки. Режиссер? Здесь вообще не нужен. Здорово, банка консервная. Команда Redrunner Softworks выступает категорически против курения, вызывающие громкие заголовки в газетах и другие заболевания. В связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную сигарету в клешне робота на что-нибудь более полезное. Итак, ура, цензура. Так, заменить на цензуру. Нет, пусть курит. Да нет, конечно же цензура. Это что, цензура. Боже мой, он курит морковку. Мы заменили сигарету на морковку. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Нет. Напомни ему R2-D3. Чё? Оу, больно! Чучело ты консервное. Ты рассказать нам все, что знать из самого начала. И не пытаться лгать, подтверждать. А чё у тебя такой акцент стрёмный, чувак? Сделайте непокорный взгляд и плюньте в рожу этой железки. Да, плюнуть! Оу, как смачно. Ой, больно как, я же в скафандре, я себе в скафандр плюнул. Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Плевок был паршивой идеей. Давай-ка лучше расскажем ему историю сначала. Я могу, конечно же, плюнуть еще разок сам себе в свое лобовое стекло своего скафандра, либо рассказать историю. Ладно, рассказываем историю. 2073 год, где-то на затворках вселенной. Космический лайнер без названия. Здесь могла бы быть ваша реклама или еще какая-нибудь фигня. Дедушка. О, божечки. Ой. Зеленая вселенная. Брокколи атакуют. Чё-то как-то трясет немножечко, да? Да шо ж такое-то? Чё за... Оу! Нет, дедуля! Эх! Ай, больно! Не могла быть логотип. Не могла смотреть на чулок из космос. Рассказывать правду. Подтверждать, ты задолбал уже бить меня. Успокой свою эту кочеришку там вон ту. Короче, продолжаем наш ни разу не приукрашенный рассказ. Поехали. Да, господи, да шо ж это, что это, метеорит что ли? Оу! Старайтесь не мочиться на электроприборы и оголенные провода. И в игре тоже. Опа. Жвачка. Ух. О, ты подрипа, ты еще все за мной. Ништяк. Я ваш гид в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем мы начнем дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы все еще способны читать. О май гад, я в траурном скафандре. Что? Какого? Нажмите, хорошо, нажимаю. Прекрасно.
Вы попали в нестандартную ситуацию. Конечно. Похоронное агентство Брэсиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть утечку какого-то газа и выжить. О, божечки. Так, как тебя заткнуть? Я видел чувака в видео, как он затыкал-то курицей. А где курица? Подожди, здесь нет курицы. Но я ее, походу, в карман засунул. Так, а как мне достать курицу из кармана? А, погодь, тут есть жвачка, вот смотри. Жвачка. Сейчас возьмем ее. При подборе полезных есть предметов вы можете распихивать их по карманам, называя это инвентарем, если угодно. Спасибо, спасибо, сейчас залазим достаньте в наш жвачку из кармана. Карман достаю. Возьмите жвачку в руки, старайтесь налепить ее куда-нибудь, кроме лица. А можно в рот? Жвачку как бы жевать на... Фу, нет, я такую не хочу жевать. Так, значит, налепим. А давай на лобаш, точнее, на стекло сюда налепим. Нельзя. Как это так? Добывать обшивка. Ну-ка. Требуется секатор. Ну вот. Тогда заделаем вот это вот отверстие. Так. Заделаем. Давай. Вот так. Что-то не помогло. Ну-ка. А вам полагается поощрительная фраза. О-о-о. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Можно я просто впаду депрессию, господи, депрессию? А, чушуеть! Я чё, в космосе? Обнаружен источник повышенной радиации. Здорово! Это центральное ядро лайнера. Будьте осторожны, в таком костюме радиация убьёт вас мгновенно. Блин, как меня задолбал болтающий этот тип. Да блин, возьми кружку. Кружка, где ты? Я ее взял, нет? Нет, я потерял кружку в космосе. Боже, как я теперь буду пить кофе. Где ты? Кружечка? А, подожди, подожди. А где у меня кислород? Я не вижу, где мой кислород. Дыши. 24, 23 секунды. Божечки, надо возвращаться обратно сюда. Пустить меня обратно. Я просрал свою кружку. Мне теперь не из чего пить кофе. Ладно, пойдем, значит, внутрь. Есть! Искусственная гравитация. Отчешуять. Значит, что мы здесь? Толчок, конечно же. После такой катастрофы надо сходить на толчок. Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении баков. Да ладно вам, вы что, вы прикалываетесь? Туалет за... Да. Ладно, возьму тогда аптечку. Вам нужен сканер. Да чтоб... Так, туалет. Я хочу посмотреть, как ты будешь работать в обратную сторону. Не работать нифига, ладно, пошли. Здесь кушно. Так, использовать комбайн. Обычный зажим. Ну ладно, комбайн использовать. Блин, я же здесь могу крафтить. Ясненько, понятненько. Так, а тут у нас что? А вот у нас какие-то чертежи здесь есть. Давай изучим, посмотрим, что там у нас. О, это ж дрель. Офигеть, она по-любому мне пригодится. Подобными схемами был завален весь дедов гараж. По ним даже хомяк сможет собрать себе вертолет. Было бы желание, крестовая отвертка. Давай-ка возьмем. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. Инвентарь вот перетаскиваем. А, нет, это не так работает. Выкинуть могу, а вот сделать дрель не могу. Фиговый комбайн, выходим. Значит, что у нас здесь есть еще? Еще у нас есть газеточка. Кусок правды номер 23. Давай посмотрим, что там написано. Знаменитая выставка автомобилей оказалась прикрытием бурундуков-людоедов. О-хо! Вот это новость. Секрет долголетия. А на другой стороне есть что почитать? Чертовы бананы продолжают похищать моих коз. Это что у нас тут за баночка? Давай-ка изучим. Это чувак пиво. Самое дешевое пойло, которое литрами хлещут все настоящие космические волки. А, натуральное, между прочим, ты прикинь. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа. Тем не менее, пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Ой, блин, как это можно пить вообще? Это что у нас? Спирт! Спирт я возьму. Хорошо горит, убивает микробов, согревает организм или согревает микробов. Кнопочка красная, смотри, я бы ее нажал. А здесь у нас что? Изучить домашний номер. Я позвонить домой могу? Записочка. Там написано что-то «Не забыть покормить курицу». Точно! А где курица? А это наш бортовой компьютер.
Надо бы воспользоваться, может он мне поможет чем-нибудь. О, заработало. Или я сломал все, только хуже сделал. Бестолковый я. Вот всегда я был красавчиком. Борода, правда, не очень густая была в детстве, но годам к трем все наладилось. Так, посмотрим лучше, что у деда на кровати. Здесь какое-то пятно. Похоже, что кто-то здесь не добежал до туалета. Я могу взять подушку, точнее ткань. Это пригодится. Крутая космическая композитная тряпка. Возьмем резину. Универсальный материал, применяющийся повсеместно. Служит отличной изоляцией, легко переплавляется и что-то там еще. Ой, сколько здесь фоток, ты посмотри, здесь кругом одни фотки. О-о-о, какая фотка. Не стоило пускать мыльные пузыри в морду этой бессмертной пернатой. Так, я еще к телеку не подходил, ну-ка. Нет видеокассеты. А так, могу выключить и вставить кассету. Давай попробуем вставить. Да, кассет нет, что вставлять. А выключить? Ага, так меньше будет раздражать. Значит, а, погоди, вот же кассета. Изучить, что там, гид по выживанию. Ага. Шуточный гид по выживанию, записанный кем-то из друзей деда. Даже кадров из какого-то кино надергали. Не думаю, что подобные советы могут пригодиться, но если честно, ситуация у меня как-то до странности похожа. Даже курица есть. Возьмем. Воткнем. Вначале включим, потом воткнем. Кассета. Подожди, я только что кассету взял. А, здесь фитнес, реклама. Подожди. Ты хочешь сказать, что этот гид по выживанию это реклама? Ладно, давай посмотрим. Оу. Так. Отлить или не отлить? Вот в чем вопрос. Космос опасен и непредсказуем, как и ваш мочевой пузырь. Так. Фу, что там? Там бурундук был в туалете. В космосе вы можете остаться без ценнейшего оборудования в самый неподходимый момент. Совет первый, не паникуйте. Действие неверно. Совет второй, попытайтесь удерживать все в себе. Безумная трата ресурсов может привести к гибели. Обоссать все вокруг, действие неверно. Совет третий, изучите окружение в поисках помощи или аналога вашего мощнейшего оборудования. Сделать крутой скафандр и долететь до ближайшего туалета в космосе. И обоссать туалет в космосе. Действие неверно. Совет четвертый. Собирайте любые ценные предметы в космосе, но будьте предельно осторожны. Действие неверно. При должном везении и смекалке вы сможете починить ценнейшее оборудование или убить себя еще более изощренным способом. Конец. Happy end. При съемках не пострадало ни одно животное.